Кавью 5 спрашивает, о чем я должен молиться, когда я прошу ради своих товарищей? Продвигать их, чтобы мы все находимся в лодке, и прежде всего я прошу о поручительстве, чтобы между нами было такое ощущение, что мы все находимся в тотальной зависимости друг от друга. Дальше. От Unity 3. Творец дал нам свое величие и важность. И где тут роль товарищей? Роль каждого из товарищей — дать поддержку, прежде всего, каждому из товарищей, для того, чтобы каждый почувствовал, что он находится в связи со всеми, что он не может выйти из этой связи, и только в этой связи он получает духовное продвижение. Усиление этой связи называется духовным продвижением. Пока эта связь не придет к такой форме, что мы там начнем раскрывать высшее желание. Высшее желание. И это желание мы должны сформировать между собой. Это в нас должно быть, Творец в нас раскрывается. Боур-эй, иди и смотри, он раскрывается в нас из того, что мы хотим прийти к форме отдачи между нами, к форме объединения между нами. Чтобы мы почувствовали это свойство. Кто такой Творец? То, что раскрывается между нами, как сила отдачи, сила объединения, сила любви. Это называется Творцом. Боре, Боуре, иди и смотри. Так, пожалуйста, сделайте его. И увидите, что он существует.